Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир в рамках празднования юбилея 60-летия Северо-Восточного федерального университета. Сегодня в нашей студии гостят представители Лиги выпускников СВФУ ЕГУ. Что она из себя представляет и какова ее цель, нам сегодня расскажут. Я рад представить их. Это Савин Афанасий, председатель правления, и Мамонтов Евгений, исполнительный директор Лиги выпускников СВФУ ЕГУ. Доброе утро. Доброе утро. Ну, чем занимается Лига выпускников? Вообще, ассоциация выпускников в нашем университете существовала уже несколько лет. Но буквально в этом году, осенью, пошли существенные изменения. Она была преобразована в автономную коммерческую организацию. Угу. Была названа Лига выпускников. Основным изменением явилось то, что если раньше ассоциация работала с теми людьми, которые заполнили анкеты, стали ее членами, вносили некие взносы, то сейчас работа будет направлена на всех людей, то есть кто является выпускниками нашего университета. Лига преследует несколько целей. Первое – это, конечно, создание мостика между университетом и выпускниками, потому что сегодня университет – это не только место, где человек проводит там 4-5 лет своей жизни, но и также на базе университета можно получить различные услуги, воспользоваться услугами спортивных объектов, нашей клиники, также получить дополнительное образование, поступить в магистратуру. То есть мы рассматриваем выпускников как также таких вот лояльных клиентов университета. И также хотим, чтобы выпускники участвовали в нашей жизни, являлись наставниками, менторами для наших студентов существующих. Вторая задача – это создание площадки для общения самих выпускников, чтобы они могли поддерживать друг друга, знакомиться, ну и иметь больше поводов для встреч. Ну, их как минимум объединяет учебное заведение, да, где они прожили очень веселую часть своей жизни. Да, именно так. И третье, это, конечно, не секрет, что выпускники являются активными дарителями, и в мировой практике как раз-таки очень многие университеты создают ассоциации как раз для того, чтобы способствовать тому, чтобы выпускники жертвовали средства на развитие родного университета. Ну и четвертое, в нашем случае ассоциация будет заниматься выпуском и распространением сувенирной продукции с символикой нашего университета. Можете подробнее рассказать о проектах? Вот вы говорите, выпуск продукции, еще чем занимаетесь, символикой университета? Вот это один из проектов. И также наша лига будет заниматься, во-первых, организацией мероприятий различных. Это и спортивные, и культурные, и встречи выпускников со студентами. Отдельный блок – это различные фандрайзинговые мероприятия по сбору средств на те или иные мероприятия. Я думаю, Евгений может подробнее рассказать про наши проекты. Я Евгений Мамонтов, исполнительный директор. И получается, в течение этого года мы проводим разного рода мероприятия, спортивного толка, интеллектуального. Одним из ярких таких встреч является деловая игра студентов против специалистов, где студенты решают кейсы от предприятий, которых руководитель является выпускниками нашего университета. Также у нас, получается, ежегодно проводим спортивные игры. В этом году осенью мы провели чемпионат кубок по футболу СУФУ среди студентов и выпускников. Выпускаем ежегодно каталог выпускников, именно выпускников, которые выпустились в текущем году. Угу. Вот. Поздравления. Нет, это не поздравление, это, получается, просто выпускники, как альбом. Кто чем занимается после выпуска? Да. И в данный момент мы разрабатываем онлайн-сайт, так сказать, портал выпускников, где выпускники могут быть в курсе всех последних событий лиги и университета, могут создавать события, встречи, находить своих одногруппников, однокурсников, добавлять какие-то особые свои персональные данные. Вот. И одним из последних таких вот мероприятий в рамках юбилея – это сбор видеопоздравлений от известных выпускников нашего университета. Как раз-таки мы сейчас можем посмотреть. Да. Вместе с нашим телевизором. Я поздравляю свой любимый университет с таким большим праздником, юбилей 60 лет. Наш курс, это третий выпуск всего лишь был нашего факультета историко-юридического. И поступила я в 1985, закончила в 1991. Великолепный коллектив, педагогический состав. Мы получили море знаний, которые до сих пор актуальны, до сих пор мы ими пользуемся, благодаря нашему преподавательскому составу. И в этот теплый, светлый юбилейный день хотелось бы сказать огромного вам всем
здоровья, сбытия мечт и желаний. И, конечно, как можно больше талантливых студентов. Күнді коллегаларым, бүгінгі үйірілік күнгі бұл университет 6-10 жылын толар үбілі егер сол жүріп бұд, наға жүгей, наға жүгейді барды. Олахан де бағыбаларын университет енді көттігер төлі ғалбек бұл пүсінегі тағарғағай республиканы салайар. Республикаға үлелер қамныр, республика еннекі сайдығытын тұшқығыр жөнлері етен тағарға дейін бейгі олақын әрелләк біт. Оңында бүгін сүрді олақын үйірілік салуны хетті біт. Бейгі университет біт. Россия отут бастың университетін ақсаныгар кейір бітін. Но до сих пор идет сбор поздравлений, да? Да, дорогие выпускники, приглашаю вас присоединиться к этой акции видеопоздравлений. Свои видеопоздравления вы можете отправить на адрес alumni, нижнее подчеркивание, nefu, собака.mail.ru. И ждем ваши видеопоздравления. Угу. Кроме видеопоздравления, вы еще можете внести поддержку в университет. Это можно сделать через фонд целевого капитала Северо-Восточного федерального университета. Да, давайте вот поподробнее, чуть-чуть остановимся, да, пожертвования, что такое фонд целевого капитала? Это специальный фонд, который создан для развития университета. Все средства направляются на поддержку молодых студентов, сотрудников и выпускников. Соответственно, ознакомиться о деятельности фонда подробнее можно на сайте sofu.ru. Что ж, уважаемые гости, Афанасий, Евгений, спасибо, что пришли к нам этим утром за такую интересную познавательную информацию. Ждем вас обязательно в нашей студии. Спасибо за приглашение. С юбилеем. Ну спасибо. А наш новый день на этом заканчивается. Увидимся завтра. Увидимся завтра с вами в это же время. Не переключайтесь от нашего канала. Было очень приятно. Доброе утро. Шикарного вам настроения сегодня.